Вот, снял фильтр. Делаем. Сейчас немножко обзор фильтра сделаю. Что еще? Ну, фильтр вроде бы как бы неплохой, интересный. Но один недостаток, это не полтинника, что губку помыло, все. А тут фильтрующий уже элемент, как в Жигулях. Бумажный фильтр. Такая кассетка стоит. И сверху кассетки для грубой очистки типа губки стоит. Интересно, как крепится фильтр, ну, этот фильтрующий элемент кассеты. Тут такие типа направляющие с двух сторон. И можно ближе, дальше, вот, ну, как вам угодно. Вот. Ну, я максимально близко притолкну, чтобы подсоса воздуха меньше было. Тут вроде бы все чисто у меня по трубке. Особо вроде бы не сосет, кто знает. В этом году менял фильтр, патрубок жесткий был после зимы, здесь он мягенький. Проблема еще одна, что здесь он ходит постоянно, заклеил спермоклеем, ну, вроде бы все нормально держит. Заводской отскакивает сразу же практически. Недоработка или что-то в этом роде. Здесь для сапуна, здесь вход и выход. Еще один момент, что хочу вам сказать. Не перепутайте, когда вы подсоединяетесь. Вот, если в нижнюю, это типа на сброс идет масло, например. Вот, и оно там поддавливает, так? Сверху, это вход, это выход. Вот, так, не перепутайте. Могу рассказать ситуацию, такая нечаянно подсоединил, но это было еще в начале моей юности. И масло тупо, давление не подавалось, оно упирало обратно. Еще хочу сказать, да, печально. Мучился, мучился, и в конце концов мне подсказали, сними шланг сапуна. Снимаю шланг сапуна, все пошло нормально. Ну вот, я потом и додумал, что проблема в этом. Вот. Продолжение следует еще. Это крепление совпадает хорошо с крышкой, а этот не совпадает. Я долго хотел сделать, но как-то не решался, то времени нету, то желание, но подвигла мотивация ваш, ну, наш YouTube канал устранить все косячки. Вот, с этим скутером. Как бы канал затух, хотел бы развития какого-то. Ну, как бы, вот. Пытаюсь развить канал свой. Вам было интересно, да и мне косяки поустранять с пользой. Потянул, конечно, гаечку немножко. Колодки скоро будем менять. Но не здесь, будем на родине менять. Колодки уже куплены. Потому что уже на исходе. Не хочу диск повредить. Диск у меня очень красивый, эксклюзив. И такого я еще не видел. 150 же, правильно. Приехал диск этот колено и банка, которую я делал. Щелябинка и опорная плита с той стороны. Вот. Помог немножко найти один друг. Вот. Я заказал и за неделю пришло. Пол цены, чем у нас новая стоит. Вот. При этом оно все новое было. Все в обертке. Но не суть этого. Что я сделал с этим креплением, чтобы сделать как бы. Особо тут мудрить нечего. Вот. Пришлось сделать шинку обыкновенную. Вот такую вот. Два отверстия. Сейчас зажму. Ну и все. И вся любовь, как говорится. Сейчас будем собирать. Вот такая вот по шестигранничек. Тут на 12 болтик нужен. Гаечка на 13 вроде бы. Сейчас зажмем. Так вот максимально подальше, чтобы так немножко будет у меня напряженненько. Ну, чтобы не болтался, потому что болтание, вибрация мне уже подустала. Вот, будем сейчас ставить. Сейчас закружу. Немножко расскажу предысторию, почему я катаюсь на скутере. Кому-то интересно, кто-то меня не понимает, друзей даже некоторых. Почему ты не покупаешь японцев? Японец это хорошо, красиво, типа надежно. Ну да,
Когда новый, надежный. Лод поставить тоже. Немножко вот эти вот саморезики. Вот. И проблема такова, что я любитель мопедов, не любитель этих мотоциклов. По детству я перепробовал Минчик, 125-ка, Лидер потом, Минчик есть такой, потом трехпередачный, я не помню уже Минчика своего, потом Минчик был у меня еще, ну, всяких там воротов, что подобное, потом был у меня Иш, Планета троечка, двойка, четверка, пятерка, ну, по детству игралось. В жопе края играла, перекупались, что-то докупалось, новое. Самое больше мне понравилась Планета пятая с коляской, да, осталась она. Она была шапанный мотор, перебрал я мотор, ездил с коляской, вот, мы ее открасили. Все было круто, ну, потом ГАИ забрала, потому что без прав, и еще придачу пьяная. Но повезло, что мотоцикл мы хорошо знали, ГАИ, знали, что занимаюсь, мотоцикл в идеальном состоянии, я просто его отдал, и все, и я никакого штрафа не давал. Хозяин был живой, так что проблем не было с перформлением. Вот, потом мы появилась, я в 350, 680. 683 или какая еще? 85-я, я уже не помню, модель эти уже мотоциклов советов, как я называю. Сыпалось всякие проблемы. Там, ну, бито было практически все. Генератор, коммутатор, контакты эти надоели, цилиндровые, карбюратор. Частей новых не было. Клапали еще было. Школьники, какие деньги школьника? Вот так там. Ну, что еще сказать? Ну, был потом я водитель 50-я, одна цилиндровая, в народе призывалась ласточка. Вот, мне даже фото поставались. Вот там была Ява, честно парни. Я у дедушки купил, пробег был 16 тысяч. Документами, хозяин был живой, дедушка был живой. Вот. Мы ее открасили. Весь хром, кстати, был живой. Ничего не убито, не проржавело. Дедушка за ней смотрел. Она за год прошла десятку почти по полям. Она тяговитая была вообще. Она, как сказать, ход поршня был очень большой. И да, за счет этого было тяговитая. На любой передаче можно было даже на третьей тронуться. На третьей передаче можно было с места тронуться. На Яве. Это редкость была. Руль короткий. Чудили много чего интересного. Милиции уходили мы на ней. И в конце концов, знали байкеры Минска. Это было еще по детству, я не знал. И нас купили ее. Потом был Касик. МТ 10. Десятку нас тоже забрали. Менты. Потом К750. Но там был К750 с ведущей коляски от Урала, милиции, ну, милицейского. Вот, тоже в свое время они шли со своим шудами. Вот. Ну и как бы потом был Компромисс, покатались. Прикольно. Тоже это все надоело. Потом купила скутер первый. Вот. АБСШ. Так. АБМ фирма была. Шторм создал GT50. Мотор был один, если Кюмбе. Мотор отходил 58 тысяч. В начале этого YouTube канала была переборка мотора. Пару видео. Сам на конце. Интересно будет посмотреть. Двухтактный двигатель. Как бы так. Вот.
Ну что, устанавливаем. Надо тут очень паршиво, неудобно. Достаток один. А то, что фильтр здоровый, неудобный. Все как. Капец, как неудобно. Сразу сжимаю обычно здесь. Пока удобно. Не было что так, что война открыта, война закрыта. Вот. Ну и в конце концов мне это все надоело. На скутере откатался, все хорошо. 3,5 года отъедем в Минск. Потом слезала шлисы чисто по глупости. Слезала как? Крутился. Вариатор. Ну, решил поменять колено новое, еле нашел. Да так. Как бы. И все на этом. Предыстория закончилась. Вот. Потом собирал, смотрел модель. Я к этой модели Хош 056 очень шел долго. Года 4, если не больше. Интересная модель. Вот. Денег не было. Потом смена работы. Познакомился с жене. На день рождения. Грубо говоря, немножко подбросила деньжат. Подарила. И я купил этот скутер. И недавно 56-й. Так. Как-то так. Сейчас. Буду сжимать здесь. Удобно. Ну что, не сделаешь. Ради вас, ради видео. Первый сценарий, если честно говоря. Мы закручиваемся, это радует. И как бы так вот пересел на него, покатался, кстати, сколько 3,5 года, и жена покатался с женой на скутере, понял одно, что полтинника маловато для двоих, надо покупать что-то побольше, объемное. 45, 50, максимум 60 я с него выжимал полтосу вдвоем на этом. Это при идеальной трансмиссии, неусосанной. Ну и благоприятных условиях. А когда ветер в лобовую, и того 45-50, какая-то скорость потратится. Ну, вот. Вложил 700 долларов, у него мотор новый. Я говорю, дурак. Нахуй, лучше мотоцикл купил, бы продал. Японцы купил бы какого-то 95-ку. Мне тяжело. Сейчас подождите, возьму бумажку. Ну и... Вот бы это... И в конце концов я отказался от этих всех продаж. И поставил его. Новая 125, 157 двигатель. Сейчас попадем, да, точно. Тяжело так наживлять, не дай боже снимать. Еще ни разу не ставил, только первый раз ставлю с вами. Пока попадешь, пока
проводник шата. Ну и все, поставил винтер. Ну да, пробег уже за 50-ку. Мотор мне не очень радует. Второй раз я пришел пешком, полтинник так не сыпался. Там вариатор и металл ворвался, какая-то херня. Как-то не очень. Попасть не могу. Люблю вот эту часть делать. Трансмиссию снял бы крышку. Попасть не реально. Как бы так. Ну вот и все. История моей. Блин. Блин, попал. Да, попал. Короче, вот так. Полтинники. Я немножко ухожу, а купил их маленького того, что долго ездить, как я считаю. Вот. Смешно, конечно, это все. Что дорого ездить. Ну не знаю. Вот. Сейчас уже будет крепенько, будет болтаться. Шикардос будет подводиться. И здесь подожжу. Так вот, хорошо. Немножко натурно, ничего. Оторвать еще попробуй. Надо посмотреть там, что творится у меня. У меня здесь все хорошо. Последняя шла шупана. Парни, не добываем, только наверх. Последняя. Тут еще посоединиться, еще то удовольствие. Ну, как бы так. Видео, конечно, получилось моментальное. Скучное. Извините, конечно. Как оно есть, так и есть. Длиннее как-то уже. Еле-еле хватает. Трудом дошел. Все. Ну что, запускаем. А, что зажать надо. Там. Вот то, что фильтр. Вот. Здесь. Карбюраторы перепроверить, надо бы простой хомут поставить. Не торчи голову. Тут немножко проводку еще порядочить. Что поставить. Там все. Не люблю так. Вот. Заводим. Вот это все волшебное. Ну так. Кстати, карбюратор снимал. Поэтому попробуем на крупную.
я заканчивать буду. Вот. Продолжение следует. Ремонта есть, будет. Будем лобовую болтик ставить волшебный, который надо полный год снять. А, еще один моментик. Ну да, полный год снять. Вот и все. Сегодня. Всем пока.